Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, тетя Надя. Сегодня я хочу поделиться радостью. Это подарочки от моей лучшей подруги, от Элен. У нас есть такая традиция, что в течение вот последних нескольких лет получается так, что я приезжаю в апреле перед ее днем рождения. И вот это такое для нас, не знаю, наверное, важное событие в году, когда мы видимся, проводим вместе целый день. Ну, почти целый день, да. Вот. И обмениваемся подарочками всякими разными, делаем сюрпризики. И я просто в шоке. Столько всего интересного, столько всего классного. Вот сейчас я буду вместе с вами смотреть. И просто, не знаю, умиляться. Так, начну с первого. Это, конечно же, открытка из Третьяковской галереи. Она такая классная. Здесь такие ангелочки. И у нас это Рафаэль, Вера, 1507 год. Дерево и масло. Красота. Правда? Дальше тут вот такие вот классные цветочки от Шанель. Как я понимаю, да, это же вроде бы Шанель. Полосатые. 5 штук здесь их. Такие вот розовые, вообще милейшие. Здесь их 3. Обалденные. Классные. Вообще круто будет им что-нибудь оформлять. И вот такие вот красные тоже 3. Красота. Что это за цветок? Это не роза. Это что-то другое. Очень классный. С таким обрамлением серебристым. Напоминает Новый год. Так что вот такая вот прелесть и красота вообще не лишняя. Я не знаю, у меня очень много разных идей, где можно использовать эти цветы. И вообще приятно так в руках держать, не знаю. Прям восторг у меня. Так, еще вот таких вот два листа Шанель. Кстати, это акварельная бумага. У них, видимо, очень классный принтер в типографии, где они делают такие вот карточки. У меня есть такая акварельная бумага. Она очень классная. Вот. И да, это делается через специальную машинку. Я даже знаю, как они это делают. Вот. На такие листочки очень круто наносить парфюм. Вот, потому что он хорошо впитывает его в себя и долго сохраняет запах. Вот. Я первый раз вижу такие листы от Шанель. У нас, кстати, нигде я не видела. Вот. Я видела такие в Финляндии от Эскады, от Диора и всяких остальных разных фирм. Вот. Возможно, эти листочки только дают тем, кто работает. Вот. Либо просто жмотничают и не оставляют там, где продаются парфюмы, чтобы другие люди тоже могли себе взять, как буклетик тот же самый. Но они такие классные. Просто не могу, так переливаются. Спасибо. Далее это свеча. Апельсин корица. Вот знаешь, видела все. Видела вишню корицу. Видела яблоко корицу. Ваниль корицу, что-то еще было, но чтобы апельсин корицу первый раз, и это так круто, хотя это распространенное сочетание, но именно в свечках я не видела. Вот, и теперь будет стоять у меня на столе, радовать меня вечерами своим ароматом, таким приятным, апельсинка, корица, теплые вечера, ну ты знаешь, что я люблю, это очень круто. Следующая вот такая вот классная резинка. Просто потрясающий цвет. Не знаю, иногда кажется, будто бы она внутри с блестками какими-то. Она так круто переливается. И если честно, ее даже круче будет носить как браслет. Вместо как резинку. Потому что очень жалко, что она со временем потом растянется. Но она обалденная вообще. Я ношу те, что ты мне подарила, которые белый, синий и голубой, кажется, их там было 3 или 2, я уже, честно, забыла. Вот, но лежит она у меня.
здесь на полке. Вот. И это просто, я не знаю, красота. Хочется на море. Далее это у нас вот такой вот крем для рук. Молодость и мягкость кожи. Сок гранаты, масло жожоба и эксперт Гамелиса. А кафе красоты. Просто, я не знаю. Оно так вкусно пахнет, я сегодня понюхала его. Вот. И еще не пробовала, конечно, но сегодня я обязательно вечером сделаю. Вот. И потом отпишусь и скажу, как что. Первый раз вижу эту фирму. Да, или кафе Кресты, так фирма называется. Вот, возможно, у нас где-то есть, но я еще не видела такую. Да. Кстати, мама уже присмотрела и тоже хочет им попользоваться. Так что не я одна буду им пользоваться. И думаю, что это круто. Следующее, это ты Тифрошей ролик для глаз. Вот делать нечего. Я даже уронила его. В общем, короче, как ты подглядела, что мне нужен ролик. Видимо, я, наверное, где-то говорила. Я уже даже не помню. Но я очень хотела давно ролик. Вот. И ты прям угадала, что мне нужно. Это так круто. Прям, я не знаю, очень круто. Тут такие описания. Меня прям заинтересовало. Заинтриговало. Здесь написано, что через один день взгляд сияющий, мешки под глазами становятся менее заметными, через неделю морщины контура глаз разглажены, взгляд молодой, свежий, через месяц темные круги под глазами менее заметны, кожа контура глаз обретает тонус, светится молодостью. Затем у нас, что здесь у нас с тремя массажными шариками. Вот, в 4 раза больше протеинов в молодости. И также усиливает активность клеток кожи, в которой происходят обменные процессы. Антивозрастной комплекс эликсир 7,9. Альянс 7 растений, признанный 9 патентами. Вот. Очень заинтересовала. Я думаю, он крутой. Вот, но, по крайней мере, он, если даже не будет выполнять свои функции, то будет просто придавать тонус моим глазам, что очень круто, потому что у меня уже все закончилось для глаз, и я очень сильно хотела себе какой-нибудь ролик. Вот, спасибо большое. Вот это да. Я просто, не знаю, у меня нет слов. Так, ладно, по порядку. Это у нас для губ, так же как и вот этот крем с пчелино-маточным молочком. Как я понимаю, да, lip treatment. А здесь у нас по-русски ничего, кажется, не сказано. Да, я права, это бальзам для губ, вот, и с пчелино-маточным молочком, SPF 15. Круто. Обязательно попробую. На ночь, наверное, будет очень круто делать его. Далее идет крем. Опять для рук. Ты меня снабдила просто, не знаю, на целый год кремом для рук. Пчелино-маточное молочко для ногтей и кутикулы с пчелино-маточным молочком. Опять же, тавтология, простите. Интенсивно увлажняющий для очень сухой кожи рук. Я просто в восторге. Потому что это самая лучшая серия, насколько я помню, у Эйвона. Вот. И я теперь не знаю, каким мне сегодня намазать, или тем, или тем. Вот. Потому что сейчас я не могу, буду работать с бумагой в данный момент. Но вечером просто обязательно сделаю. Вот. И здесь у нас сказано, благодаря содержанию пчелино-маточного молочка крем обеспечивает до 2 раз больше увлажнения кожи после нанесения и способствует удержанию влаги даже после смывания. Это очень круто. Я думаю, моя кутикула просто будет рада, так же, как и вот эти вот части пальцев. Да, подушечки. Вот, которые также очень сохнут. Вот. И я спасибо тебе большое. Ты всегда знаешь то, что мне нужно. Я в шоке. Парфюм. Парфюм. Вы понимаете? Парфюм. Здесь
Парфюм. Я не знаю, что сказать. Туалетная вода. Будь беззаботный, сияющий всполох. Всполох. Может быть, всплеск. Бергамота и искристых цветов лайма, зажженной энергией древесных кедровых нот. Вот. И я, наверное, влюблюсь в этот аромат. Сейчас я его открою и понюхаю. Это потрясающий аромат. Просто вот то, что я люблю на каждый день, просто даже дома для самой себя. Это запах лайма и слегка древесный. Просто потрясающий. Спасибо большое, Елен. Это, я не знаю, это одно из самых лучших, что сегодня пока что из того, что я смотрела, потому что это влияет на мое настроение, и я так счастлива, прям не могу. Далее идет вот такая вот ромашечка. Я слышала, что ее каруселькой называют, но я называю ромашечкой, потому что мне кажется, это вот серединка, это лепесточки. Вот, с разными-разными стразиками, камушками для маникюра. Очень классные цвета. У меня есть подобная, только другая, я тебе уже говорила. Вот, потом, наверное, если я найду ее, покажу. Но вот эти очень классные, особенно вот эти золотые. Они даже не золотые, а более такие бронзовые, но очень классные. Вот, это точно не будет у меня лежать, и это будет постоянно использоваться, потому что камушков много не бывает. Итак, осталось из Эйвона у нас два предмета. Я прямо заинтригована. Mega Effects Creamy Eyeshadow Waterproof. Это у нас кремовые тени. Да, нигде не могу найти русского языка. Кремовые тени. Водостойкие, как я понимаю, но как всегда, я не вижу русского. Ну и ладно, в общем. Пусть будет без русского языка. Оттенок. Ага, голубой оттенок. Как я понимаю. Да? Да. Офигеть. Они такие тяжелые. Прям баночка. Такая крутая. Вот такой вот классный. Цвет морской волны. Да, это цвет морской волны. Очень-очень красивый, классный, с блестками, обалденными блестками причем. Обязательно попробую сделать макияж с этими тенями, вот, потом посмотришь. У меня появилась какая идея варианта с этими тенями. Будет очень круто, получится восточный макияж. Вот, так что, как сделаю, и обязательно тебе потом скину и посмотришь. Далее, это у нас лак, как я уже понимаю, Magic Effects, магический эффект волшебный, и, наверное, это что-то очень крутое. Ничего себе. Вот это красота. Обалдеть, обожаю блестки. Ты это знаешь? А здесь синие блестки с золотыми, и они еще в серебряный переливаются. Офигенно. Мне кажется, вообще будет очень классно смотреться на этом ногте. Да. Будет так переливаться круто. На черном лаке, например, или на синем. Я попробую обязательно. Вот, в скором времени. И потом заценишь. Но очень классно. Вообще, очень люблю блестки. Я прям фанат. Так, далее, конечно же, это рай канцелярского маньяка, почтового червя и так далее. Вот. И я не думала, что будет так много салфеток. Теперь у меня их завались. Ты знаешь, что я люблю, что мне нужно. И я правда не думала, что будет их так много. Я думала, там от силы штучек 10 в упаковке будет. А тут их, я не знаю, хватит мне. Ну, на год точно мне хватит на этот. Вот. И здесь у нас по две упаковки каждого размера. То есть вот такой вот средний. Так говорил, есть еще огромный такой, там 26, по-моему, сантиметров. Вот. Они белые.
волтенные. И вот такие вот маленькие кружевные тоже белые. Очень классные. Здесь по 100 штук, да? 100 написано. Обалденные. Просто обалденные. Салфетки ажурные. Да, 100 штук. Вот представьте. В каждой пачке. У меня, короче, 200. 400 штук салфеток. Мне хватит их на год и даже больше. Вот. И, Элен, ты сошла с ума. Просто. Я счастлива. Можно было просто этим обойтись, и все, я была бы счастлива. Вот, так что, ребята мои почтовые, будете теперь наслаждаться моими работами, которые я буду присылать. А я буду наслаждаться тем, что я буду делать. Вот, спасибо большое. Далее идет вот такая вот мешуточка. Просто посмотрите, какая она классная. Сейчас я ее распакую. Посмотрите, какая она обалденная. Просто. Просто обалденная. Мишка. А я бы сказала, что это мишутка, а не мишка. Вот, так что это такая мишута. У нее такой бантик здесь пластиковый. У нее тут стразики везде наклеены. Такая юбочка. Очень крутая. И вот такое вот ожерелье на голове жемчужинок. А в ушах еще сережки из стразинок. Просто очень красивая мишутка. Очень-очень. Смотрите, какая прелестная. Просто прелестная. Она еще улыбается, кстати. Здесь видно. Очень классная. Да, и у нее лапки, все это двигается. Вот. Да, так что такая маленькая девочка у меня прибавится на моей полочке книжной. Люблю ставить туда маленькие такие вот игрушки. И буду умиляться ею. Далее у нас идут наклейки. Конечно же, это моя любимая Лепляндия. А это у нас наклейки-наклейка. Обалденные котики. Это с мемчиков коты. Вообще крутые. Здесь с пончиком. Здесь даже эти отклеиваются. Они тоже зефирные. Звездочки и кристаллы. Да. Шикарные котики. Они котики-единороги. Очень крутые. Надо же, кто-то придумал так. Да, они тоже могут наклеиваться куда угодно. Вот. И снова китики. Что моя коллекция пополняется, я никогда не буду, как это сказать, даже не знаю. Короче, я буду всегда рада получать вот эту вот прелесть, потому что это мое такое вот маленькое счастье. Далее идет далее идет вот такая вот потрясающая линейка, как закладка даже, я не знаю, как ее назвать. Я первый раз вижу такую линейку. Она деревянная, и она с такой вот лисичкой, да, это же лиса. Она обалденная тоже, здесь ничего у нас не написано. А, вот, и... Боже, это прелесть. Такая классная. Вот, и можно вот эту вот картонку тоже потом использовать. Она тоже с лисятами. Что она вот такая вот классная, деревянная. Очень легкая. На шнурочке таком. Коктейжик прям. Вот, и... Вполне себе такой стандартный размер, 15 сантиметров. Как раз то, что нужно письма, чтобы отмерять. Вот, с бумагой работать и в пенал класть ее. Так что вот такой вот лисенок. Я бы сказала, что это даже барсук. Правда. Ну, очень прикольно, очень классно. Большое спасибо. Далее идет вот такой загадочный конвертик, который просто из потрясающей упаковочной бумаги. Такое все классное здесь. Прям не могу. Так. Так, это же мой любимый Mail Art Inspiration. Элен, ты все-таки сделала там заказ. О боже мой, потрясающе. Я теперь... Я не знаю, у меня нет слов. Короче, я делала заказ уже не раз там, да, ты знаешь это. Я заказывала некоторые товары из этих, но не себе, а именно чтобы ссылать. И у меня прям, не знаю, было такое ощущение, то, что я должна это послать, но мне так хочется ставить себе эти наклейки.
Вот, и теперь они точно у меня есть, и теперь они будут моими. Далее идут обалденные вот такие вот наклейки. Очень классные. Просто они такие потрясающие. Я их обожаю. Они потрясающие. Посмотрите, какая красота. Бесценные моменты, счастливые мгновения. Это самые лучшие записи в дневнике, можно оформлять ими. Потом идут вот такие вот ленты, наклейки. Вот эти вот, кстати, я уже не помню, чтобы они у них были на сайте. Они, видимо, их убрали. Но они очень классные. Спасибо, что ты их взяла. Потому что, смотрите, какая прелесть. Единорожка. А тут бабочки розовые, очень красивые. Затем вот эти вот малыши мои любимые, которые сонные наклеечки. Вот они, классные. Тут вот этот вот Мишутка. Потом котик. Потом зайка. Потом еще котик у нас. Совушка. И гусик. Может быть, вот эта мышка? Но она нарисована как котик. Наверное, это мышка. Вот. А гуси это вообще прелесть. Теперь у меня два гусика. И я знаю, что я приклеиваю теперь на ноутбук точно. Обалденные два конверта с китами. Очень классные. Мне даже жалко их отправлять, если честно. Наверное, буду в них хранить свои наклеечки какие-нибудь. Или маленькие записочки. Очень классные. Спасибо. Затем идет вот такая вот набор наклеек Русь. Мои любимые тоже. Вот. И какие они классные. Я просто не могу налюбоваться. Каждый раз такие. Кстати, вот такой дизайн я заказала для ногтей. Слайдеры. Вот, потом буду их клеить. Посмотрите, будет очень красиво. Тут прям, не знаю. Очень актуально, кстати, к Пасхе. В дневник потом, например, использовать или куда-нибудь украшать. И вот такие вот потрясающие уже пластиковые ленты голубого цвета. Кстати, я думала, что они будут, как и вот эти розовые, на такой вот, не знаю, в общем, не пластиковый, не прозрачный, а с фоном, да, вот, к наклейке. А здесь оказалось, что они вот пластиковые, прозрачные. Очень классные, очень красивые, кружевные. Вот это вот вообще классное. Вот, и белое очень красивое. Да не все очень красивые. Вот, так что ты подарила мне счастье. Я очень рада. Спасибо тебе большое. И самое последнее я приготовила на конец видео. Это просто потрясающая вот такая вот вещь. Это игрушка мягкая, дельфин. Я когда увидела, просто обалдела, и я не знаю зачем, но я так счастлива. Посмотрите, какой он классный, он такой мягкий, он небольшой, вот, так что можно класть его на стол. Правда, здесь перед ногами у него надпись «Дельфин», «Долфин», да, и мне кажется, его зовут Флиппер, да, Флиппер и Лапака, как мультсериал, вот, его можно еще вешать куда-нибудь, так что... Такие вот дела. Вот, спасибо тебе большое, Лен. Очень сильно тебя люблю. Твои подарки просто, не знаю, приносят мне счастье. И для меня это все очень много значит. Надеюсь, моя посылочка тебе тоже понравилась. Вот. И всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. У меня уже заканчивается видео просто, поэтому буду заканчивать. Вот. Я очень счастлива, особенно вот этому дельфиненку. Такой классный, такой мягкий. Прям вообще прелесть. Просто прелесть. Пока-пока.